Альпийские горки, цветочные каскады и, конечно, знаменитые зеленые человечки около музея «Самара Космическая» буквально очаровали туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Яркие цветы радуют глаз и останутся на фотографиях. Клумбы с петуньей. Очень красиво. Горки альпийские с петуньей. Все нам очень понравилось. Традиционное место посещения всех экскурсий сегодня приводят в порядок. Чтобы цветники оставались такими же привлекательными до осени, в них вкладывают много труда. Несколько раз в неделю прополка и стрижка. В жару приходится работать в усиленном режиме и задействовать всех сотрудников. Полив утром и ночью, но подготовка к сезону начинается задолго до лета. У нас объектов много, ну, работаем где-то, начиная вот с января месяца. И в феврале месяце готовим цветники, эскизы, рассчитываем количество рассады, которое необходимо, делаем заявку в свою оранжерею, потому что наша оранжерея выращивает все эти самые цветы, которые мы высаживаем. В этом году очень красивые у нас вертикалки, вертикальные конструкции, шикарные, много, значит, каскадов. Каждое лето Самара буквально расцветает и радует жителей города яркими красками. 23 тысячи квадратных метров цветников высажено в этом году в областной столице. Самарцы изменения в облике города замечают и радуются, что цветов стало больше. Для души приятно смотреть, ходить, уют создают. И настроение поднимает. А вам как кажется, вот их сейчас с каждым годом больше становится? Больше, да, больше. Намного больше. Вот едешь в трамвае, видишь, больше, да. Хорошо, что о нашем городе заботятся. И очень приятно, что он именно облагораживается. Цветы появились, плитка такая красивая. Ну, мне кажется, вообще город намного лучше стал. Так действительно летним. Глаз радуется. И вообще приятно идти и ощущать себя в каком-то красивом месте, особенно после того, как снег растаял, и вот эта вся темнота ушла. Теперь так все ярко, красиво. И только одно омрачает работу городских служб. Некоторым жителям так нравятся цветы на клумбах, что они выкапывают их для своих цветников. Сотрудники зеленхоза призывают горожан любоваться клумбами на расстоянии. Валерия Макарова, Константин Головин. События.